Застартала. Здравствуйте, леди и джентльмены. Мы начинаем наш третий стрим. Где будет, надеюсь, я достаточно интересная игра. Между, так, ссылку. Всякие тупые зрители не могут понять, что ссылка висит в группе. А не... Потому что много не заходит в группу, мне кажется, на группу вообще пофигу. Ну, можно головой хоть немного подумать насчет этого, то, что новость как бы дается не просто так. Я буду каждому лично кидать ссылку на стрим. Никнейм я сейчас менять не буду на ссылку на стрим. Красота была. Так что так. Ну что ж, здесь чем будет отличие этого стрима? Надеюсь, то, что слышимость сейчас будет хорошая. То, что я буду сам принимать участие в игре. Мы изначально планировали, что лингвист будет, и мы с Айсом будем стандартно стримить. Но лингвист ушел, и поэтому я буду отыгрывать, так как стрим идет с компьютера Айс, и мой, в принципе, сейчас не сильно занят, и будет лагать просто так же, как обычно. Еще одна проверочка, Хиппи. Ты меня слышишь? Хорошо, все? Да, я тебя хорошо слышу, Айс, без проблем всяких. Ну, все, тогда можно уже точно начинать. Да, вот. Ну, как вы видите, состав у нас, большинство игроков все достаточно типа олдскульные в разной мере. Я тут, пожалуй, с минимальным опытом игры всего лишь в 3 года в ХЛ. Потейт клана в нашем клане — это Мух. Давно. Начал. Так, Грис немного задолбал своей тупостью. И... И хочется его уже заблочить, потому что пусть смотрит, задает вопросы по делу. Желательно уже мне. Да, ну окей, ладно, это дело. Вполне понятно. Да, привет, хорошо, я тебе передам привет, может ты что-то еще будешь поумнее. Так, ну и вот у нас начинается отчет. Ну что ж, думаю, это будет достаточно тяжело. Ну, я, по крайней мере, постараюсь сильно не лагать, и надеюсь, смотрим, реверс и афоризм, это ведь не хухры-мухры противники, а я еще играю без звука из ХЛ. Ух, так, суицид от афоризмера, я на РПГ. Ух, так, блин, реверс, симкил, спину получился, так, с двух сторон обходит, и иду на помощь. Ух, куда я свалился? Блин, надо оружие взять. Так. Что-то непонятно. Превосходно, РПГ. Так, ну что же, я ошибаюсь. От реверса. Да. Ой, немного скомпенсировала игру. Что они делают, я не могу понять. Друг другу просто убивают. Когда вы уже взяли РПГ... Блин, я выстрелил не потому. Делайте свою игру, давайте, ребятки. Я верю в вас, и только в вас. Ух, реверс идет на РПГ. Прикрывает местность. Ой, блин, подлагивает. Граната не взялась. Так, ну что ж. Пока что... Айс, ты там сейчас покомментируй насчет счета и что, где я постараюсь поиграть немного, войти в игру. Счет у нас, конечно, в пользу ВГ пока что. Но сейчас всего лишь прошло немножко времени. И может все поменяться раз в 10. Ну, в принципе, да, игра такая... начата для ПВН очень плохая. Какие-то глупые тимкиллы просто. И даже можно сказать смешные. Но сейчас они уже, конечно, все, они уже разыгрались. Я смотрю. Блин, спаункил. И серию фрагов. А, блин, мы еще вдвоем тут треснулись. Ну, это вообще зашибись. Ну, а... Убегай, хиппи! Пожертвовал собой. Что-то вы ломитесь как-то. Это вообще...
Да блин, я врубаю, что мы резаемся вместе, но это вообще как бы не в тему. Блин, на водичке. Добили бы афоризмера. Ну, рви тут, конечно, контролит просто. Очень сильно и серьезно. О, красавчик мух вообще. Бочку убил. Прям на спавне не удалось рви, конечно, сделать. Так, посмотрим мы за афоризмом, что же он делает у нас. Ой, афоризм умер от той РПК. Слышно хипи, как твой пробел чавкает, мне он всегда доставляет удовольствие. На клавиатуре. Клавиатура-то старая, ей лет уже. Просто Unreal сколько. У нее есть эргономичные вмятины под мои пальцы на кнопках. Это ее отличительная черта. Я ее за это очень люблю. Эту клаву. Да, специально все под тебя настроено. Ну, по-моему, так. Сейчас будет рашить. Надеюсь, что я сильно не огребу сразу на выходе. Красавчик мух, конечно, заметил. Упс. Сразу же движение в правой части экрана. Ай-яй-яй, фаризмер стохни. Ой, он закидывает спамом и просто что-то делает. Ну и муха, конечно, прилетела от афоризма быстро. Как всегда это делает афоризм, это очень быстро, и какие-то враги, и сразу же убивает всех наповал. Так, Гри спрашивает пароль. Сейчас я его напишу. Суицид. Хиппи, скажи, тяжело так? Что? Тяжело играть и комментировать, конечно. Когда... Ну, как сейчас вот именно комментировать, все-таки тяжеловато, чтобы нормально сконцентрироваться, тем более, пусть даже противники не самые активные. Ух, это была очень неприятная ошибка со стороны. Муха. Очень классный игрок, на самом деле. Мне он всегда нравился. Из-за этого преимущества. Здесь вообще все, говорю, олдскульные классные игроки. Я тут самый менее опытный, ну, по длительности, по крайней мере, в ХЛ. Я даже помню то, что когда я был совсем нубом, я знал Муха. Ну, нехорошо, просто знал и с ним все время тоже хотел играть. И тут Мух уже в клане ВГ. Это... класс. Что тут афоризмер просто ждет, пока кто-нибудь зайдет сюда, но и мух, конечно, влетает сразу же, потому что мух всегда влетает куда-нибудь, даже в стройку может влететь. Так. Ну, как видите, здесь сейчас стандартное, я сейчас прикрываю портал. В надежде, что противники будут вести агрессивный раш. Портал там никакой. Ух, только в это время, из-за того, что у меня нет звука, я плохо ориентируюсь на самом деле. Так, что ты делаешь, что происходит в игре? Какой ты рикошет-то ставишь, Хики? Чё ж не попробовать айса спины реверс. И если я успею подойти, то можно будет еще. Ух-ух-ух, блин, это более зажали просто вдвоём. Я надеялся, то, что... Больно. Конечно, они сейчас опять зажмут хиппи, я в этом уверен. Либо убегать нужно. Бум. Ай, не успел. Афоризм красавчик просто. Умеет же сделать тимкил, когда нужно. Что делает реверс у нас? Блин, оружия нет. Реверс берет спам и хочет прыгнуть в портал, мне кажется, чтобы просто заобнить всех вас. Ну, получится. Бум, гранат. Мух сразу же это прочуял и убил его.
как вы видите, достаточно стандартная, очень важная вещь в ХЛ, это запомнить, где был ваш противник последний раз. Это можно потом агрессивно использовать. Опять жмух, и уже второй раз его зажимает в РПГ. Мне просто это не нравится. Ох, ревер забрал РПГ, так, ну, прикрывает позицию. Лол, хиппи. Чё-то игра какая-то прям в раш идёт. То одни вбегают, то другие вбегают. Что это происходит? Да, ну, как видите, здесь команда ПВН всё-таки получает достаточно серьёзное преимущество, но мы не даём им удержать центр надолго. Хотя вот это РПГ эуфоризмера было достаточно неожиданное и неприятное. На самом деле, что это вообще такое? Нужно уже что-то предпринимать. Ну, реверс. Давай. Что же ты сделаешь? Походу реверс. Чё ты... Непонятно, что ты делает реверс. Наверное, какой-нибудь ритуал сделал. Только что она получила от тебя просто в щи от Драбадан. Бум. И... Бум. Ну, муха тут вообще, ему ничего нельзя было сделать. Ай-яй-яй-яй, два магнума. Идет на РПГ. В принципе, достаточно раненый. Ну, но раненый, кто раненый, там? Это понятие растяжим. Ай, блин, там... А, мух, красавчик, просто унизил палкой. Мне кажется, это самый такой классный, точнее, фановый фраг-то с палки с этой. Так, давай посмотрим за мухом, что он вообще и ломится, и не ломится, и тактику опять принимает. Посмотрим, что так, наверху был противник. Ух, от РПГ это было неприятно. Ай, ХП у меня было очень мало. О, мух, у него сразу же РПГ-то откуда-то взялось. Это приемлемо. Ну что ж, давайте посмотрим, что он сделает с РПГ. Увидел просто реверса и наовнил его просто. А, блин, что я застрял в стол? Красиво очень. Да, прикольно. Мне нравится уже эта игра. Мух уже знает. Что у нас с этим реверсом? Перестрелка такая, блин, все-таки. Ну, задача двоих. Было мало энергии. Ну, конечно. Но все-таки два раза игроки такого уровня не делают ошибки. Блин, ну и лаги секундные. Ну, как ты хотел, хиппи. В сказку попал, что ли? Любишь стримить, люби и лагать. Да, я тут лагаю в последнее время по жизни. Только к осени компьютер обновлю, чтобы серьезно что-то уже тащить поинтереснее. Ну чё, мух, да, красавчик. Просто сделал. Мух не нравится, он играет как-то даже не напряжно, а просто делает свою игру. Вот это я понимаю. Это очень важно в халфе, делать все плавно. Если ты будешь нервничать, ты будешь двигать, как минимум действовать. Если ты будешь неплавно, то... Все, такс. Противники перестреляли друг друга. Ну, это они любят сделать, это как мы видим. Упс, вот это было неприятно. Да, на самом деле. Ой. Но это рандомный фраг, конечно, так что хит. Ну, рандомом, но, честно, я мог бы быть... С одной стороны, как бы прикрывал выход, с другой стороны, ну, неудачно получилось, что там, где он прикрывал, вышел я сам. Ну да, ну он не мог ничего сделать. Вот. Так, ранен снизу афоризмер. Что же они делают? Я просто не пойму. Такие бати, можно сказать, делают такие ошибки. Можно даже сказать, детские ошибки. Вы видите, я сейчас как только что игра, которую мы играли прямо перед этой. О, паузу, когда у меня грена в руках. Надо будет сейчас аккуратно следить, потому что если снимут паузу, я не увижу, то получу. А, аккуратненько, отлично, да, красавчик.
Аккуратней будь. Да, блин. Ох, ты хочешь Dark Soul Style запилить, что ли? Подпрыгнуть и наогнить с дропадана. Блин, подлагивает. Ну, Фарин стоит, тебя вообще там палит. Фаризмер, так, ну и по фрагам, что мы видим? Игра достаточно... Ой, блин, вот это вообще лаги жесткие. Так, тайминг аж с греной вообще не смог ничего сделать. Перед носом взорвалась, хотя должна была в противника идти. Блин, респкиллы. Ух, так, это свой. Вот мы оба внизу, и надо сейчас будет четко прорашить противника, чтобы не дать ему удержать преимущество. На самом деле, там в несколько фрагов идет преимущество. Так, суицид, так, и на центре. Реверс. Очень мало хп, блин, кто-нибудь бы помог бы его добить. Ну, отлично, отлично, красавчик. Давай, подзарядись. Все-таки сильно. Я, конечно, тоже не фонтан, так, а Фаризмер умер, пытаясь меня так прорашить, что у него получилось, но Грена держал не зря в руках. Хиппи, нас уже предлагают, знаешь что? Предлагают уже. Ой, ты тролль! Ой, ты тролль! Зачем ты это сделал? Да, блин, рандом. Ну, да, конечно, рандом. Знал, небось. Просто пиздец. Ладно, посмотрим, сколько там преимущества-то. Ой, вы что-то отстали. Меня попали, но я все-таки обойму застрелил. Ребятки, давайте догонять, что это за дела? Давайте там. А спамчик. Стараемся, у меня мало. О, мух, красавчик, поймал на респе. Сразу же афоризм. Бум. Ну и лол. Блин, ни одного оружия нет. И еще тут набрасываются на тебя противники. Давай, давай я посмотрю за реверс. Мне он нравится. Ух. Он нравится играть. Знаешь что, Хиппи? Нам уже предлагают другое КВ. Мы еще не успели закончить первое. А уже предлагают. Ну, там я уже пойду спать. И надеюсь только на интересное продолжение этого стрима. Так, хорошо. Споки. Ладно, посмотрим, сколько стримов. Вы ведете? Давайте, пацаны, ну вот сравнивает счет, афоризм. Лол. Реверс там уже контролит просто все. Ну! Ай, не заметил. Не получилось тебе. Ну что же это реверс? Не может попасть в этот значок. Отлично, Хиппи. Просто, да, нормас. Давайте. Ну, реверс тут безвыходное положение. Ух, блин, это было неприятно, я залагал. Надо было добивать. Ой, блин. Так, ладно. О, норм. Блин, так мне сюда не надо, дайте уж выйти. Смотрите, друзья, ой, разрыв всего в ничью идет. Ну тут уже афорин сделает просто дабл килл и все решает. Ой-ой-ой-ой, да, реверс прикрывал, так выход надо бы. Два очка всего лишь, разрыв, два очка, ребят. Три уже очка, что это за дела? Какой накал страстей. Ну, блин, у вас сейчас... Напрягает то, что контролит афоризм центр с реверсом. И у вас критическая ситуация. Почти идете вровень, а уже на самом деле контролите это. Все что ли? Реверс АФК или кто там? Да, реверс АФК. А, вот, все, все нормально. Все, ожил. Реверс сразу сделал фраг. Хиппи, давай, вон он еще стоит-то. Вот, отлично. Как говорил Док, один тоже олдскульный игрок,
Не пожалей РПГ. Ну, всегда окупает. Будь спамщиком, не жалей РПГ. Отлично, хиппи. Еще два фрага. Еще каких два фрага? А, патроны. Ну, да, блин, сколько давай, давай. Мне бы дробан перезарядить. Отлично. Нету. Ров, ничья. Давайте, вы делаете невозможное, можно сказать. Почему невозможное? Все-таки я и Мух достаточно сильные игроки, а Реверс он давно не играл, что определенно очень ухудшает показатели. Ну что, отлично, хиппи. Так, всё. Реверс промазал. Ну, у него сейчас компьютер очень неудобный. Все-таки Реверза мы знаем как одного из лучших игроков в мире. Ой, блин, и вот он заходит ко мне сзади, что было очень неприятно. Вы посмотрите, игра просто идет вровень. То ВГ перегонит, то ПВН перегонит. Что это? Это просто напряженная какая-то просто игра. Непонятно, что же произойдет дальше. Лол, насколько это ВП? Немножко. Совсем немножко. Было. Разрыв всего один фраг. Давайте, я вас верю. Отлично, Мух. Давай, еще дабл килл, Мух. Превосходно. Чё, трипл будет от Муха? Трипл... Ну, уже именно как красивый трипл не получится. Ну, это понятно, но все равно трипл килл это всегда нормально. Алло, ну это очень не повезло. Ну блин, ну прям совсем вровень. Ну, сзади, сзади. Сзади. Очень опасная ситуация. Ой, блин. Да, хиппи, что ты делаешь? Понятно, что... Я тут ничего не мог сделать, потому что у меня лагает просто. Ну, ребятки. А-а-а. Какой там лэп? Отвлекаю. Сколько еще времени? Что? Отлично. Все равно. Хоть в размен ушел, но все равно убил. Давайте, 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 тащите. Мы неудобно стоим очень близко друг от друга, и нету оружия. Хелсов. Ну. А, совсем немножко, ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой, Афоризмер выжил. Да блин, я же отошел в сторону. Сервер из-за лага, блин, замедляет меня. Зачем? Эх! И... Ну ладно, выигрывает карту. В принципе, более-менее игра в конце. Домашняя Все-таки карта. Были ошибки достаточно серьезные. Это у меня в том числе. И тимкилы у нас тоже были с нашей стороны, прерывали удержание центра с РПГ. Не без этого, хиппи. Игра достаточно интересная, насыщенная. Да, то вы перегоните, то противники перегонят. Но все же выиграла карту ПВН. Это домашняя карта, выбрал ее кто-то там из них. Афоризмер вроде. Хотя, может, и реверс. Вот, и они, естественно, выиграли. Ну, вы показали хорошую игру, конечно. Мне очень понравилось. Тут как бы говорим, можно двояко. У нас с Мухом тимплея не разыгран. Ну, просто конечно. Играем на опыте, который есть. Во-вторых, ошибок. Вот у меня много ошибок. Не видно по счету плохой. Достаточно. С другой стороны, это если говорить о том, что мы могли все-таки ну, вытянуть вполне. С другой стороны, реверс, на самом деле, игрок более высокого уровня, что он просто давно инактив, и сейчас у него аим не тот, что раньше. Вполне. Ну что, какая от вас-то будет карта, хиппи? Lost Arena, небось? Я знаю, Lost Arena будет, мне кажется. Ну я бы, да, пожалуй, был бы за Lost Arena вполне. Потому что на ней у меня меньше тормозит, на локдауне у меня очень FPS скачет сильно. В последнее время у меня просто все дергаются абсолютно. А на этой карте надо четко двигаться и четко все делать. Я по коридору еле могу продвинуться, вон в окно запрыгиваю, такое чувство, что три кадра происходит на экране только.
Ну, давайте выбирать тогда Ластарену и посмотрим игру на Ластарене. Наверное, это будет что-то стоящее. Игра на Ластарене больше, чем био. Намного больше будет. Ну что ж, вы пока разыгрываетесь. Ну, в плане разыгрываться. Я-то и так уже разыгрываю, скорее наоборот, сейчас устану только от жары. Ну, сейчас подождем, пока придет этот. И... Не, типа. Так. Говоришь, что что-то хочешь, но вот сейчас нас. Стало темно, темнеть, и уже холодно становится. И я сейчас прям кайфую сижу. Так что вот так. Ну, отлично. Ластарен так Ластарен. Ну, да, классическая мапа, конечно. С тираном мы ее просто обожаем. Ой, а как вы рафта отовняли на ней? Или почти что отовняли? Не, Смотрел. раф, мы, честно, раф мы не выигрывали на Ластарене, когда Не, ну играли то вот год назад где-то с мувик-то. ними. Мувик, мувик. Не, ну в мувике, да, фраги были красивые, но именно по общему счету тогда все-таки Exact и Warrior вытянули у нас за комбов Ластарена. Но все равно, по крайней мере, Ну, в это было общем плане, красиво очень. мы с тираном на Ластарене. Противники вполне серьезные. Я просто очень долго говорил, как, когда этот кто-то из РАФ кинул бочку, а ты ее остановил прямо в воздухе, и она Нет, это упала уже был не на Раф, него. это уже Думер был после окончания киллстрик. Думер? Это уже был другой фраг. Не к этому относился. Лол. Вот это да, вот это ты сделал, я даже и не понял. Не, на самом деле, я этого не собирался специально так делать, просто мне надо было там кусочек времени свободного заюзать, и как раз был. Не, ну это выглядело, конечно, очень красиво. Да, так, ну что ж, мы ждем, пока всякие левые игроки войдут в спек, или сейчас мы поторопим, может. Левые игроки. Вот он на игре сразу же вошел, сразу понял. С Да, полуслов. только я в админку зашел, до команды Кик и Грис с задницей почувствовал, что что-то тут неладно. И надо срочно переходить в спектаторы. Так, ну что ж, еще пару минут и посмотрим. Постараемся получше отыграть. Я, честно говоря, вот точно не знаю. Мы с Тираном просто, ну, очень долго еще играли, вообще абсолютно без микрофона, потому что Тиран еще немного заикается, и у него вообще даже не было нормального микрофона. Поэтому мы за те годы, что играли, у нас интуитивный просто тимплей, особенно на Ластарене. С мухом у меня его нету, поэтому я не знаю. Пожалуй, я буду со своей стороны стараться прикрывать РПГ, чтобы противник не взял, потому что это может вылиться слишком больно для команды. Ну, там посмотрим, что будет мух отыгрывать. Может, чуть будет поэкстремальнее тактика в этом всем деле. Вот. Ваши карты классические, все это Ластарена, био и так далее. На самом деле, кстати, вот чем схожи био и Ластарена, обе карты, в принципе, можно играть 3 на 3, но обе уже становятся таким мясом достаточно малоосмысленным Ластарена-то? По своему геймплею. И Ластарена, и био обе становятся, они маловаты все-таки для 3 на 3, хотя... Очень все годы очень часто этот формат на них игрался. Ну, для 2 на 2 и 1 на 1 они обе мне достаточно интересно нравятся со своим геймплеем. Нормальные карты. Что так? Так, ну что ж, у нас пока что идет очень интеллектуальный диалог. Ну, да, в принципе, очень. Мы-то уже практически готовы. Ну, здесь как бы на этом сервере сейчас собрался свет задрот сообщества русскоязычного на данный момент. Грис и Вуди, два задра из современных, начали играть позже меня, но задрочились именно серьезно. Считаю, что я... Ой, я уже давно, я уже год как не задрачивал. Надо будет подтянуть, может, скилл, если делать будет, если
будет дома, если буду дома торчать без дела. Так, и вот мы начинаем. Так, я вот за РПГ, только здесь надо быть аккуратным, потому что серьезные противники никогда не применут возможностью прокинуть гранату. Ну вот сразу же МОК с заднего двора. МОК встречается уже. Но и МОК тоже прилетело сразу же от реверса. Так, реверса белого комбайна. Я ненавижу эту модельку всеми фибрами души. Она меня просто бесит самим своим существованием. Так, это неплохо зашел афоризмера, но добить его. Упс. Ну, красавчик. Афоризм. Кстати, белый комбайн очень. Что это? Это лагает так? Серинка что-то в последнее время очень сильно начала лагать. Я. Ой-ой-ой-ой. Да сдохнет, я же попал в тебя столько всего. Так, и окей, прикрывание респов тоже очень важный момент. Это абсолютно на любой карте возможность получить фраг халявный. Ну, вперед, может пока. Дать возможность нарастить преимущество. Так, надеюсь, это РПГ. О, о. Свое, да. Аккуратненько. Так, я бы не тратил так сильно, уж наивно. Ну, так, можно пройтись. Отлично. По мапе. Но все-таки РПГ нельзя оставлять надолго. Ну, убьет мух, нет. Отлично. Просто в табло прописал с драматом. Мне это нравится. Ну, они. Ладно. Меня засаживают. Что-то я уже разошелся и начал говорить, где противники вам. Ух, не РПГ меня зажали. Сейчас попробую вернуться, помочь. Что на РПГ противника оставлять да. Долго нельзя. Белый комбайн остался, это вроде... Да, реверс, я так и думал, что это реверс, белый комбайн. Да, это он. Самый... Ой, так, этот крестик можно было не трогать, появился прямо у меня перед носом. Ну, сразу летят от вас какие-то спамы, и просто вы забираете этот фраг. Мух тут. Рикошет оставил. Да, блин, больно. Что, увидел мух, значит, противника, и что-то сейчас предпримет, мне кажется, что-то такое. А, ничего он не предпримет уже. Ой-ой-ой, афоризмерс, оба на РПГ. На РПГ, я даже не уверен, ресается он еще с толком или нет. Ну, на устарение есть после того крупного обновления баг, что рес в РПГ стал еще рандомный, что несет достаточно много странных моментов, так раненый реверс на хелсах. Но надо быть очень аккуратным. Отлично, мух. Ну что же, ведете вы пока что. Сейчас. Ну сколько фрагов? На 5 плюс 6. На 11 фрагов. Неужели? Ну, пока что еще не очень много, но устарение можно чуть. Я играю без звука, я бы сейчас бы поддержал бы муха. Чтобы он один не ходил, тогда была бы возможность показать намного лучшую игру. Ну, как говорится, чего нет, того нет. Вот в портал я ходить не люблю, потому что это очень громко и уязвимо. Ой, блин, только меня из-за лага выкинуло туда. Отлично, мог. Как раз самый раз было кинуть шарик. Посмотрим за афоризм. Хоп, встречается он с хиппи. Хи-хедшот, да-да-да. Смотрит РПК, ну и, естественно, смотрит это. Проход в домик. Упс, 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 упс. Он прочухал хиппи. Зажали. Так, РПГ. Бум. Мух делает, по-моему, хедшот даже. Красиво. Хотелось бы респ какого-нибудь оружия. Арбалет все скинул.
С первой карты, конечно, все осторожничают. Сейчас на этой карте, я смотрю, никто не лезет уже. Все такие спокойненькие, такие на расслабончике уже. Это понятно с виду. Они сейчас на РПГ, надо аккуратно. Что, мух? Мух убьет? Нет. Эх, мух ничего не получилось, конечно. Да, сдохнет. Ой-ой-ой-ой. Но хип сразу вылетел, добил. Ой-ой-ой, но это была большая моя ошибка, что я не добил. Но ну, кто там? Мух. Это упущение. Мух там хотел с палочкой зарашить, не получилось. Ой-ой-ой, красивый выстрел афоризмера с разворота меня. Посмотрим, что по фрагам. Ну это вообще подстава, что он еще жив. На 10, ровно на 10 фрагов. Вы держите преимущество сейчас. Вот это подстава полная, так сдохнуть после того, как на респе почти убил. Ну от фаризма не уйдешь, мне кажется. Он любыми способами добьет тебя. Мух тут сразу уже лучше подмена. Аккуратно. Ошибку допустил. Сейчас надо бы ее купить. Так, ну, окей. Ну, мух ее купил за тебя. Только так, мне не нравится, что я зажат замес месте и не могу сдвинуться из-за того, что все вокруг лагает, все вокруг стреляют. Посмотрим хиппи за тебя. А что, блин, СМГ в голову засадил мне очередь. СМГ Пау. Ой-ой-ой, это, блин, ну чё оно так лагает? Я вообще не могу совершенно сдвинуться. Он все равно держит преимущество. Для 10 фрагов. Не, ну нет, преимущество. Ну просто неприятно, когда есть эти лаги, они меня чем бесят, и что не портят ощущение от игры. Я лучше буду проигрывать, блин, без лагов, чем с лагами хоть рвать, блин. Ну хорошо, ты ставишь. Просто неприятно. Давай, как выйди, выстрели. А, отлично, прям хэдшот. Ой. А вот это пинг. Был бы нормальный пинг, добил бы сразу. Ну, блин, а сдохнуть? Ну, сдохнуть он, мне кажется, не будет. Оп, реверс тут уже вышел обратно. Да блин, ну это вообще подстава. Мне кажется, тебе нужно просто было стать акробатом, чтобы убить его. Нет, мне надо было лаги убрать с компьютера, чтобы не попасть в него с трабана. Учитывая, что хп у него много не было. Акробатические свойства. Отлично. Вот так вот. И вон еще один. И вот это добил. Да, лол, давай. Ну, это... Суицид. Это размен. И опять вы с ним встречаете, что это? Вот шум. Респа. Мне кажется... Ух ты. Ай, подстава. Ой, реверс еще кого-то убил. Блин, афоризм шиф. Вот он. Отлично, хитрый. Вот за что я тебя люблю. Ох, и только грена 7 килл, жалко. Всегда, как с тобой не играют, ты всегда просто сделаешь с дробовика мне в голову. Да опять заналпал. Такие неудачные тимкиллы от муха. В принципе, мы за счет опыта игры что-то отыгрываем. Но мы сейчас поодиночке ходим и отстреливаем просто на самом деле анимом. Если бы я слышал бы, был бы включен звук у меня в игре, я бы слышал бы просто, где сражение происходит, и подходил бы в нужное место. Вот как сейчас приблизительно. Но это из-за того, что так нету, то много времени уходит. Да блин, грена кидает. Из ниоткуда просто выходит реверс.
И сразу же убегает. Вот он, вот он. Ну. Ух, промазал с магнума. Два раза. Ну ты сразу же зарезался в этом ТРПГ. Вот он, на, отлично. Получил. Ну, нужно посмотреть, мне кажется, теперь за реверсом. Вот так вот. Или даже за афоризмом. Афоризм учуял уже, все. Мне не жалко еще пару грин. Бум. Сразу в щи получил афоризм. Ой-ой-ой-ой-ой, это была очень неприятная граната, и оба, как мы видим, на... Лайкерская граната, может. Ну что, мух? А, нет, это даже ты хит. Прям рашишь, и мух тут сразу встретил. Ой-ой-ой-ой-ой. Что, тебя прессует хит? Ой, ну это вообще на реншон. Ну это в размену-то хорошо. В размену-то приемлемо еще. Ну, просто. Счет вы, конечно, ведете уже прилично, можно сказать. Да блин, что они все застряли в одном месте? Непонятная грена от афоризма, не знаю, зачем я кинул. Может быть, надеялся на какой-то фраг. Классный, я не бы чисто был не уверен, что он сделает такой фраг. Я сразу зарезался там, где нужно. Да ты сдохнешь после магнума. Сзади, сзади, я тебе могу только сказать. Да простят меня ПВН. Давай вместе за то, что я воспользовался подсказкой, меня убивает Грена. Павшая. Так, ну что ж, как вы видите, игра на ускорение. Тут за счет преимущества реблов клан ВГ побеждает клан ПВН. Хотя, как мы уже обсуждали, это не самые сильные форма, да и наша не самая сильная, но вот я именно, надеюсь, да, что для нашего стрима эта игра вполне интересная. Я пока перестала резаться уже достаточно давно, и поэтому игра идет просто на беготню, на самом деле, говорю, если бы мы ходили вдвоем, то отыгрыш был бы намного лучше. Хип, идти в портал на всякий случай. Хип, ты заметил то, что... Она могла быть фатальной. Говорю, ты заметил то, что уже очень часто начали какие-то мелочи уже не респауниться. В дэтматче, это РПГ, там всякие подстволки. Вон с лингвистов, когда на КБХ играл, подстволки не было на этом, на кубике. Очень тяжело было взять и заовнить его с подстволки, которой у меня даже не было. Афоризм. Сразу все прочухал. А, нет, ой, не прочухал. Пал. Зажимайте его. Это... Не, не, по... не получится у вас. С четким дробаном. Не получится у вас. Ну, по классике этого. Два выстрела с дробана, противник труп с ближней и средней дистанции, если четко стрелять. Очень мощное оружие. Ну и магнум тоже никто не отменял. Да, реверс что-то все углы чешет. Не знаю почему. Ну, реверс, ну! Получится! Получилось. Нормально. Только все равно в нем было мало хп, и ты его, конечно, уже тут поймал, все.
понял то, что он там уже стоит. Тем более хедшот. Да, то, что у меня все равно не было. Как бы это сказать? Не было шансов. Ух, реверс меня добивает. Но Афа попался на удочку с тем, что не думал то, что я останусь стоять за углом. Ну, такие вот мелкие бывают ходы, я бы сказал. Если игроки опытные, то легко подстроиться к тактике соперника, но тут надо ее менять. Это дает сразу много преимущества. Я думаю сейчас... О, да ты посмотри насчет... А, 64, фух, у меня уже под эту вечер уже плющ начинает. Ух, афоризмер добивает меня. Начинаю какие-то неложные информации давать. Портал уходит, игроки. Так, ждем рез по магнуму. Слушай, я думаю, игра ой-ой-ой-ой-ой, вообще... я думал, что добью. Из-за того, что у меня нету звука, то сложно на шарик сориентироваться, что противник его пускает. Также есть сколько там, где-то 0,3 секунды задержка между звуком и самим пуском шарика. То есть, ты хочешь сказать, что вплотную ты его уже никак не словишь каким-то? Ну, я был не вплотную, у меня была возможность отойти, но я просто понадеялся, что добью его с дробана, когда выскочил, а потом поздно... Скажи так, я не рассматривал идею, что я его не добью с дробана. Бывает. Ну что, преимущество ведете вы сейчас. И причем уже такой крепкий. Вы сейчас не расслабитесь. Ну, я пока расслабляться не собираюсь, потому что игра достаточно интересная. Сейчас надо встретить только реверса, аккуратно не умерев. Что у меня нету брони, и я не люблю без брони встречать противников. Потому что, как говорится, первое золотое правило – наберись 76 хелсов, чтобы пережить магнум. Второе золотое правило – 101, чтобы пережить арбалет. Ну и третье золотое правило – набери сколько сможешь, чтобы выжить. В принципе, все правила склонны к одному правилу. Как я понял. Да. Ну просто когда вот у тебя вот 75, там 74 хелс, это важно найти хоть маленькую аптечечку, что это может спасти тебе жизнь, пережить один магнум или одну стрелу. Очень важный момент. Ух, как меня с двух сторон зажали, но я успел ранить. Что-то Вуди что-то комментирует про хэдсмагну. Шо хэдсмагну? Хэдсмагну можно пережить тоже, но это обычная вещь универсальная, чтобы добить противника большей частью. Так, реверс выскочил снизу, пока я заговорился. Ух, у меня сейчас проблемы чуть побольше, что меня хотят убить. Но так, я сейчас успел. Афоризмер не рискнул остаться меня добивать, спасая свою шкуру. Ну и этим, в принципе, то, как и говорится, отсрочил свою смерть. Все что ли? Я не пойму. Реверс то останавливает, то разгонится. Реверс, да, он играет на старом ноутбуке своем. Но правда у него большой опыт игры на этом ноутбуке, если не ошибаюсь. Он как раз на нем и затрачивал свой ультраскилл. Но сейчас, как вы видите, ему надо определенно вспоминать несколько дней, играть бы ему, чтобы показать ту игру, которая с ним знаменита. Ой, тут уже все зачитались. Я да, чат да, не да. зачитался, так
получил смачный хедшот. Интеллектуальная битва идет. Пошли уже, как бы, мы четко видно, что на этой карте доминируем. Био они, честно, все-таки вытянули против нас. И игра, как бы, достаточно интересная. Ну, и именно фановая. Все получают удовольствие, знают про все эти аспекты. Упс, упс, упс. Ух, ну и все, на этом игра заканчивается с преимуществом 33 фрага. Ну, мне кажется, вы выиграли. Всем спасибо за просмотр. Достаточно интересно получилось. Мы с Айсом даже не ожидали, что сегодня доберемся стримить. Плюс в таком нестандартном формате, что я участвовал во время игры. Благо, что в 12 часов ночи уже чуть интернет у меня работает поприятнее. 12? В принципе, терпимо. У меня уже 2 часа ночи. Не, ну у меня почти час, но я имею в виду с 12 уже где-то ночью, там, вот как мы начинали играть, в принципе, терпимо было. Ну и так, это все было интересно. Так, ну вот, игра Мух. Хиппи, Реверс, Афоризмер, 2 на 2. Классический мап и Био-Властелина. Что ждите наших следующих стримов? Я этот стрим точно залью на наш канал. И, в принципе, второй стрим тоже залью. Он, к сожалению, у нас были там проблемы со звуком, но в наушниках, в принципе, он вполне смотрибелен. И некоторые моменты там, возможно, будет интересно посидеть его, посмотреть. Так что так. Ну что ладно, ж. Пора, наверное, заканчивать уже все. Да. Так что спасибо, с вами был Hippie Ice. Подписывайтесь на нашу группу, чтобы следить за началом. Не будьте как Грис, знаете, что ссылка там написана везде много раз. Обычно я даже никнейм свой меняю на ссылку. Только уж кроме этой игры, для красивости скриншотов, как говорится. Все, до свидания. До свидания.